Сегодня 20 мая 2019 года. Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном-любитель, преобразователь 56 переменных звезд и 10 кандидатов планетарной бумаги. Автор собственной научной статьи об открытии и исследовании мной одной из переменных звезд. Я нахожусь в поселке Южно-Морской Приморского края, на своей малой родине, на побережье Японского моря. Я вынужденно скитаюсь 23 января 2017 года, уже третий год подряд. Из-за невозможности безопасного и беспрепятственного проживания в своем единственном жилье в городе Москве, в комнате номер 2 в коммунальной квартире номер 210 по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1. И из-за невозможности беспрепятственной продажи данного моего единственного жилья, я прошу помощи